Начался третий этап Кубка города Томска по теннису. Традиционно турнир проходит в клубе «Чемпион» на кортах под воздушным куполом. Соревновательную программу третьего этапа открыли мальчики и девочки 13 лет. Начало учебного года, отмечают в областной федерации тенниса, не сократило количество ребят на кортах. Юные теннисисты очень хорошо совмещают учебу с занятием спортом. Наши все ребята довольно хорошо учатся, многие отличники, они все успевают. Так я смотрю, еще из других городов ребята подтягиваются, тоже к нам приезжают? Да, любят приезжать. Вот из Кемерово приехали, из Новосибирска, из Новокузнецка приезжают к нам для участия в турнире. Ну, и тут тоже оттока нет, как бы, да, все равно ребята находят возможность приехать заниматься. Те, кто любит спорт, они всегда найдут время для участия в соревнованиях. Ну и плюс конкуренция, это же как бы, да, и для нас хорошо, и для гостей хорошо. Естественно, это хорошо, потому что со своими уже наигрались, на тренировках играют, всегда свежие участники, очень хорошо. Все сложнее приезжим теннисистам бороться с хозяевами кортов. Наши ребята достойно сражались и не дали шансов гостям подняться на пьедестал почета. У девушек победительницей турнира стала томичка Дана Чаринцева. В финале она обыграла северчанку Дарью Малышкину. Бронзовую медаль завоевала томичка Эмилия Воронова. У юношей бронза в активе Александра Николаенко из Северска, серебряная награда досталась томичу Михаилу Чмыхало, ну а чемпионом стал наш лидер Олег Мартыненко. Совсем недавно Олег вернулся с всероссийских соревнований из Челябинска. Там томичу выступал сразу в двух возрастных группах, среди юношей 13 лет и со старшими ребятами 15 лет. В итоге Олег завоевал 3 золотые медали, одну в личном разряде и 2 в парном, совместно с Варварой Дроздовой из Нижневартовска. Моя напарница тоже неплохо играла в целом. Ну и благодаря этому командной работе мы выиграли 2 турнира. Соперники там достойные были? Да, были достойные соперники, особенно в 13 лет. Потому что 15 лет это еще не совсем мой возраст, да, так как я в следующем ребята году уже туда перехожу. Понятно. Ну, по 13-летним там были серьезные соперники, особенно в полуфинале, когда я мог проиграть игру. Ну, в итоге смог выиграть. И, ну, в финале, конечно, было полегче немного, но все равно достойные соперники. Олег, скажи, честно говоря, не устал вот так 2 недели в Челябинске рубиться? Каждый день практически на кортах. Да нет, в принципе, я уже привык. Я же с недавних пор начал каждый день тренироваться в клубе «Чемпион». И поэтому мне уже это уже привычно. Очередной успех с Олегом Мартыненко разделил его наставник Роман Фролов. Ну, естественно, как и положено тренеру, он остался далеко не всем доволен. Хотелось бы лучшего, большего. Еще много работы предстоит. Медали медалями, золото, но есть ошибки, да? Конечно, конечно. Ошибок куча, которые нужно сейчас исправлять. Заниматься физической подготовкой, набирать форму. Ну, будем работать над этим. В ближайшее время Олегу Мартыненко предстоит участвовать в серии новых турниров. Юный томич планирует посетить соревнования в Новосибирске, Красноярске, Новокузнецке. Ну и, естественно, чемпион будет продолжать бороться в розыгрыше Кубка города Томска. Соревнования на Кубок города продолжаются. В этом месяце будут разыграны медали еще в 4 возрастных группах. В общем, поклонникам большого тенниса скучать не придется. Их ждут десятки захватывающих поединков.